Вот, я местный, я вообще-то прописан, Солодкин Владимир Дмитриевич, я живу прописан, я в Москве. Но живу я в последнее время, настоящее, живу здесь, в деревне. И живу уже 3 года, не выезжаю. Я создавал, строил вот этот дом для того, чтобы можно было сюда, чтобы приехали мои дети, внуки, чтобы они могли дышать чистым воздухом, чтобы можно было вырастить им какие-то экологически чистые продукты. И у меня, как видите, не такие большие хоромы. Это было создано на те деньги, которые я заработал за всю свою жизнь. И естественно, что в настоящее время, когда строится здесь мусоросжигающий завод, то это, вы сами понимаете, а мне удар не только под дых, но и нож в спину. И дети мне сказали, что если здесь будет завод, то мы, наверное, сюда приезжать не будем.